Центьера, город Нефтекамск. И получила результат по суставу, принимала фридом. Буквально уже на вторую неделю перестали болеть, то есть с легкостью. Фридом это что? Фридом это гель, алоэ вера гель. Да, болели, до этого очень сильно болели суставы, не могла спускаться даже болезненькам, уже искры из глаз и слез. И, в принципе, как бы, когда уже на вторую неделю приема начала спускаться по лестнике, я уже поняла, что они не болят. Было удивление, конечно, да, но скептицизм присутствовал. Но продолжила пить где-то около 8 месяцев, ну и потом был какой-то перерыв. Перерыв, ну, практически около 2 лет. И сознание, как бы у меня все так это возникало, думаю, ну, наверное, должны снова заболеть коленки. И с ожиданием, это со страхом вот этого вот ожидания, что заболят, заболят. И вы знаете, вот... Жарко, не болят. Надежда, город Уфа. У меня вообще много отзывов, результатов у себя и у детей. Я вот стараюсь. Да, папик уменьшился у меня желчь на 1.5 сантиметра. УЗИ как бы января я делала в октябре. И уменьшил глицинаты в почках. Потом у сына аллергический кашель прошел. Хотя назначали гормоны пульмикорму. Я это против, я сама фармацевт, против вообще синтетических препаратов. И на нашем продукте все натурально, все пришло само. И был еще дерматит тоже нашего ребенка. Спасибо. Здравствуйте, Галина, город Стрелетамак. Ну, я тоже расскажу про свои недавние отзывы, потому что результатов у меня очень много, за минуту я не уложусь. Дело было в июне месяце, когда после дня рождения, после нашего веревочного конкурса, я заболела ковидом. Вот. Но, к счастью, у меня прошло очень в легкой форме 3 дня. И только один день была высокая температура, я не принимала никакие антибиотики, я пила только пробаланс несколько раз в день, прямо по 3 таблетки на протяжении всего дня. Вот, я пила, к счастью, у нас в запасе всегда есть был колострум, начала колострум пить, ну и, соответственно, алоэ вера. Вот, и только потом, когда уже я выздоровела, на 5-й день у меня пропало обоняние, я поняла, что, оказывается, это ковид, ну, сделала результаты. Обоняние у меня было, не было очень долго. Я пользовалась спреем алоэ вера. Он мне очень сильно помог. Обоняние вернулось на 100%. Но когда я брызгала вот спреем алоэ вера, у меня вот обычно брызгаешь, кто знает, немножко неприятно, такое щипание, пощипывание. Я вообще, видимо, у меня вот нервные вот эти окончания напрочь были охвачены вирусом. Я не чувствовала ничего. Думаю, я буду брызгать до того, пока вот у меня снова не будет вот это жжение. Вот, да, я так счастлива, что я снова ощущаю любимые ароматы. Вот. Ну и, конечно, у меня очень сильно стали вылезать волосы. Вот. Это я замечала, когда я мылась, и я думаю, как так, я же перестала их красить. И только потом, мне, кстати, вот на день рождения муж подарил 2 упаковки капли, думаю, ну что я буду пить, ну все нормально, зачем мне пить, я так молодая и красивая. А потом, в общем, читаю отзывы, то, что гуще волосы начали. Вот только из-за этого начала пить, и оказывается, так это вкусно. Я просто вот разбавляюсь с водой, мне так приятнее, потому что он очень такой вот концентрированный. Вот. Ну и еще, если могу, один отзыв тоже от бабушки моей знакомой, которой ей сейчас по паспорту 94 года, а на самом деле, ну, 90 лет раньше такое было. И у нее каждый день были приступы, как это называется, сердечные приступы, да, вот эти вот боли в грудине, и лекарствами она себе там за 4 часа, она вот здесь сама себе их как-то вот снимала, вот, всех кардиологов прошла, причем платных, ей вот написали список, но лекарства не помогали. И вот меня нашла ее внучка, говорит, позвонила и говорит, у вас есть гель питьевой алоэ вера. Я говорю, есть, бабушке нужно с крапивой. Вот не буду брать, 1.5 месяца она начала пить, я была у нее 1 января, она говорит, Галя, меня алоэ на ноги поставила, бабушка, я, говорит, по 100 миллилитров пью 3 раза в день, я, говорит, готова пить и больше, но я, говорит, чувствую, это единственное, что вот мне помогло. Бабушке 90 лет, у нее появились
сила, энергия. Я думаю, что это дорогого стоит. Спасибо. Спасибо, Галечка. Лилия, город Стерлитамак. Отзывов реально на самом деле очень много. Один из самых свежих. Перед Новым годом у меня сын заболел, проснулся с температурой 39 и все тело ломило. Давали по полстакана три раза в день, даже больше перси. Про баланс через каждые 2 часа по 2 таблетки и спрей в горло. Буквально 2 дня была высокая температура, пятница, суббота, воскресенье, 36,6. Валентина, Уфа. Я здесь недавно, около 2 месяц, как пребываю, и название этих продуктов еще не это, подсказывает мне. Что хочу сказать, я пользовалась персиком Вера Алоэ, у меня были, волнуюсь, извините, сейчас желудка, стала пить, легкость почувствовала, на работу вышла, и вес 6,5 килограмм я сбросила в течение чуть больше месяца. Очень благодарю компанию ВЛМ, очень рада, что я за 30 лет еще не пришла. Ну, за 30 лет, спасибо, Валентин, за 30 лет вам надо было бы жить в Германии. Ух ты, как здорово. Ну, поэтому, видите, свой своего продукт вас увидел. Здравствуйте. Меня зовут Сауле, я член из области, поселок Единский. Мне сейчас 39 лет, я нахожусь в Алею с 11 лет. Диагноз у меня системная красная лучанка с поражениями. Ну, конечно, у меня тоже любимый мой продукт – это Фридум. Он мне тоже по суставам очень хорошо помог. У меня много отзывов тоже, как бы и по-женски. Вот недавно дисплазию у меня сняли, и кисты рассосались у меня тоже. Я вот 30 декабря сделала УЗИ, и мне как бы подтвердили это. Гемангиома рассосалась в печени. Я тоже люблю продукт, мне очень все нравится. Спасибо. А сколько времени вы продуктом уже пользуетесь? У вас такие сильные результаты? 10 лет? Ой. Год, полтора. Ну, вот видите, как меняется жизнь. Ребят, ну все так увлечены сильными, большими результатами по здоровью, что даже никто ничего не скажет. Потому что мы становимся красивыше, моложе, да? Вот. Но на самом деле мы уже действительно заметили по нашим девушкам и даже по мужчинам, что спустя 5-10 лет они становятся не старше, а становятся мудрее и моложе. И это очень приятно. Спасибо, девочки.